Всем привет, друзья! Сегодня я буду готовить фаршированные шампиньоны в духовке. Я их уже помыла, почистила, просушила. Они у меня такие вот огромные. Также буду использовать и ножки грибов. Мелко-мелко нарезаю ножки. Мелко нарезаю мясо. У меня это куриное бедро. Также мелко нарезаю лук. На сковородку наливаю растительное масло и отправляю обжаривать лук. Лук буду обжаривать до слегка золотистого цвета. Теперь отправляю сюда ножки грибов и обжариваю. Добавляю чеснок, солю и перчу по вкусу. Отправляю сюда куриное мясо и буду обжаривать, ну, где-то минут 7, чтобы мясо не засушить. Все, мясо у меня уже готово, выключаю плиту и оставляю его остывать. Теперь на мелкой терке натираю сыр. Сыр отправляю в охлажденные грибы. Добавляю сливки и все хорошо смешиваю. Также можно добавить сюда любую вашу любимую зелень, ну а солить и перчить все по вкусу. Шляпки грибов немножко солю и начинаю фаршировать. Отправляю грибы в предварительно разогретую духовку 180 градусов, где-то на 35-40 минут. Но все будет зависеть от самих шляпок грибов. Грибы у меня уже готовы, вот такие они вкусные и аппетитные. Я буду их пробовать, а вы не забывайте подписываться на мой канал, пишите свои комментарии. Всем хорошего настроения и пока-пока!